Дети верят в чудеса. В Рождество сотни юных жителей Щелково получили подарок от главы городского округа – билет на елку. Мальчишки и девчонки отправились в удивительное путешествие вместе с героями одной из самых новогодних сказок – «Щелкунчик». В этот день в Щелковском театре состоялось сразу три представления. 750 человек как минимум посмотрит сегодня эту сказку. Для нас всегда самое важное – это эмоции зрителей. Чтобы они были сегодня вместе с нами, и чтобы каждый из них с ощущением вот этой доброты ушел из зала и верил в лучшее. Спектакль по мотивам сказки «Щелкунчик. Ночь чудес» главного режиссера театра Светланы Погодиной – это история любви, дружбы и волшебства. История о победе добра над злом. Сегодня ночью, сынок, я сделаю тебя Часовое представление погружает юного зрителя в удивительную атмосферу, и кажется, что даже взрослый в этот момент может поверить в чудо. Конечно, сказка не оставила равнодушным никого из присутствующих. Очень интересная сказка про щелкунчика. Ребенок прям просидел, все прям посмотрел, ему тоже очень понравилось. Да это шикарно было. Актеры сыграли хорошо, молодцы. Слов нет. В этот день юных гостей театра ожидал не только спектакль. В гости к ребятам пришел главный зимний волшебник. Вместе с Дедом Морозом и сказочными героями мальчишки и девчонки зажгли огни на новогодние елки. Завели веселый хоровод, а в конце праздника всех ожидали сладкие подарки. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.